Коллеги, мы продолжаем серию интервью с интересными людьми. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Руял. Мы маркетплейс оптовый по фруктам и овощам. Вывели на российский рынок абсолютно новый продукт, который, возможно, будет в будущем, в ближайшие десятилетия, которая даст возможность еще теснее работать производителям, фермерам и покупателям, быть ближе к свежим фруктам и овощам. Непосредственно говоря, вкратце о нашем маркетплейсе, это продукт, который позволяет фермерам напрямую выйти к конечным нашим покупателям, выйти со свежим продуктом. Мы в рамках своего маркетплейса оказываем полное сопровождение в части логистических услуг, сопровождение поставок, когда каждый человек, который присоединяется к нашему маркетплейсу, может быть уверен, что к нему доедет качественный фрукт, продукты, и цена будет всегда от прямого производителя, от фермеров. И, конечно, мы надеемся, что также зарубежные наши партнеры, иностранные экспортеры и производители также будут рады присоединиться к российскому рынку и через нас непосредственно за счет свободной коммуникации, удобной коммуникации через интернет, выходить на связь друг с другом и получать нужные результаты, покупая, продавая быстро, качественно и надежно. Мы пожелаем вам удачи. Я надеюсь, что вы разрастетесь, и потом будет такой же маркетплейс, когда можно будет покупать товары фермерские, небольших хозяйств, простым, не оптовым покупателям для дома. Безусловно, спасибо большое вам за пожелание. Будем стараться. Будем стараться, и к вам домой тоже приедет качественные фрукты и овощи. Спасибо большое и удачи на нашей выставке. Спасибо.